Меня зовут Клинцова Юлия, я работаю укладчиком хлебобулочных изделий в булочно-кондитерской компании города Могилева. Просыпаюсь я в 5 утра, на работу стараемся приходить заранее, потому что надо подготовиться к рабочему месту. Это принять душ, одеть чистую спецодежду, также принять смену, получить задание от мастера. И в 7 часов мы уже на работе. Вот это мое рабочее место. Основная моя задача – быстро, четко и ровно выложить хлебобулочные изделия на лотки. Это очень важный процесс, потому что он завершающий процесс. Главное, чтобы хлеб лежал ровно, не помят. И также отсортировка хлебобулочной продукции. Хлеб делает огромное количество людей, и работа каждого человека, она очень важна. А укладчик – это, наверное, предпоследняя стадия перед тем, как хлеб поступает в магазин. И в зависимости от того, как укладчик этот хлеб отсортирует, положит ровно, покупателю будет хотеться либо не хотеться этот хлебушек купить. Работа мне очень нравится моя, потому что она очень интересная, творческая, разнообразная. Тут также можно повышать свой карьерный рост, повышать свою квалификацию, узнавать о других профессиях. Это очень интересный процесс. В детстве я очень часто была в гостях у бабушки. Бабушка всегда рассказывала, какой это трудоемкий процесс. Выпечка хлеба, не только выпечка, но само создание хлеба, начиная от сеяния хлеба, заканчивая выниманием его из печки. Это очень тяжело, очень интересно. И вот в детстве мне это закралось в память, и я решила попробовать эту профессию. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.